Доброе утро, люди добрые. Добрый день. Да? Утро. Да, Настя? Да, Паша. Оценивайте качество картинки, потому что она действительно изменилась. Мы рады вас видеть. Приветствуем. И едем сейчас... Куда, Настя, и мы едем? К Веронике. К Веронике. Кто такой Вероник? Скоро вы узнаете. Это чуёчка. И девочка. И еще, как я и обещал, мы, наверное, поснимаем на две камеры. Это старая камера, на которую мы снимали. Это новая. Чтобы понять качество картинки, сейчас прямо и начнем. Все. И вот, две камеры. Две разные картинки. Одна камера стоит порядка 35 тысяч рублей, вторая камера порядка 9-10 тысяч рублей. Обе камеры достаточно качественные, но Canon G7X, безусловно, сейчас наверняка показывает наилучшее качество картинки, качество звука тоже, наверное. Тут даже лицо приближения, прикинь, на G7X. На G7X лицо приближения, потому что... Не надо меня снимать, если мне некрасиво. На G7X лицо приближения, потому что там объектив длиннее. Только из-за этого. Пошли давай. Итак, еще раз посмотрите качество картинки. Качество звука сейчас записывает Canon S100. Привет, привет, пока-пока. Я долго буду ждать звонка. И сейчас записывает... Не, и сейчас записывает... Canon G7X. Привет, привет. Пока, пока. Я долго буду ждать звонка. Харька. Харька? Марька. Карка. Так, примерно вот так выглядит картинка в промозглый зимний день с двух камер. Рядом с дорогой. Звук тоже можете оценить. Нам сюда. Звук рядом с дорогой. С камеры Canon. Камеры Canon, ну, в смысле, Canon 100, давайте слушаем. Как он убирает шумы, как слышно нас с камеры Canon G7X. Да, вот так вот нас слышно. Так, дорогие друзья, сейчас мы идем в гости, скоро уже зайдем, там уже не будем снимать на две камеры, поснимаем на нашу новую, хорошую камеру. Вероничка, мамка. Нет. Привет! По-моему, сейчас. Привет! Шок. Просто шок. Чё за дядя? Чё за дядя? Ёлка. Какие игрушечки. Ну иди, посмотри. Ну как ты сразу садится-то? Я отсюда, чё ты сюда влёк? Кши плачь. Какое милое. Там еще повязочку, да, вы купили? Да. Сейчас можно покушать и померить, да, Вероник? Да. Видишь, все. Это вызов. Ты нам будешь показывать сейчас платье. Не нравится мне, скажу он. Все, снимаем? Давай обратно оденем. Ты же девочка, должна быть красивая. Вероника.
Ты мафию не хочешь? Бедный ребенок. Так, съемка темное время суток. Подними этот экранчик. Нет, зачем? В общем, так снимают эти два фотоаппарата. Canon S100. Canon G7X. Вот маленько света добавилось. Так, дорогие друзья, хотелось бы подытожить. Мы сегодня смотрели то качество, которое снимает камера G7X. Камера S100 наша старая, которая тоже вполне себе конкурентоспособна. А вот, какие сразу же можно будет отметить плюсы-минусы и вообще почему G7X? Во-первых, все влогеры, множество влогеров сейчас именно пользуются этой камерой. Поэтому было принято решение такое. Плюсы и минусы. Вы, наверное, сразу же отметите то, что качество звука не лучше, чем у более дешевого S100, у G7X. Но на самом деле фишка в том по звуку, то, что здесь он улавливает более точно именно голос. Да? То есть, возможно, он как-то звучит каким-то глухим, но меньше шумов посторонних заходит в микрофон. Вот. По качеству картинки, я думаю, все было ясно и понятно. Выигрывает по цветопередаче по всему G7X и по фокусировке, естественно, тоже. Вот. Ну, в темное время суток S100 вообще сдался и ничего не показывал, к сожалению. Сейчас будем работать с этой камерой, пробовать ее. И я думаю, совсем скоро будут действительно классные видюшки. Вот. Для вас специально предоставил, смонтировал видео с обеих камер, чтобы вы посмотрели разницу четко, ясно и поняли для себя, что вам нужно. Итак, ребят, это был выпуск «Как оно?». Я бы вам порекомендовал дождаться завтрашнего дня, потому что завтра вы увидите битву титанов. Мы решили снять сейчас модный презерватив челлендж, где сразятся Contex, Durex, Паша, Настя. Вот так вот. Все вместе будут сражаться на ней. Да, мы сразимся между собой, кто кого. Презервативы или люди? И какие люди? Женщины, мальчики, Contex, Durex. Ну, в общем, всем до завтрашнего дня. Подписывайтесь на основной канал, подписывайтесь на этот второй канал. Будет еще интереснее. Всем счастья, здоровья. Ну и по поводу камеры, если более точно, я могу снять еще одно видео, если потребуется, уже углубимся в технические характеристики. Самое главное хотел отметить, 60 FPS это круто, реально круто. Все, всем пока и до скорой встречи, как я хотел сказать. Покасики. Какасики? Или не какасики. Какасики, всем покасики. Точно. Какасики. Всем покасики.